Всем привет, с вами Прия. Уже завтра, 25 числа, 25 октября 2017 года, выйдет обновление 7.3.2. Об этом анонсик прогремел сегодня днем, так как текущее обновление 7.3.2 было установлено на американские сервера. Ну а на американские сервера ставится все чуточку, скажем так, раньше. Да и к тому же относительно долгое техобслуживание немножко навеяло на мысль того, что все-таки выйдет обновление 7.3.2. Давайте сейчас же подумаем, какую долю контента приносит нам обновление 7.3.2 и что полезного можно с этого выудить. Итак, по 7.3.2 я сделал небольшой плейлист, ссылочку на который я закину в описание. Там море увлекательного контента, какие-то интересные фишечки, какие-то интересные мои мысли и какие-то интересные нововведения. Ну и поговорим же о тех вопросах, которые, наверное, будут задаваться чаще всего. Точнее, я просто дам на них ответы. В текущий момент рейд открыт, не будет. Повышение уровня экипировки не будет. Повышение легендарных предметов не будет. В принципе, все. Вот такой вот мини-анонсик. По поводу когда рейд, не знаю, я думаю, недельки через 2-3, скорее всего. Ну, это такие самые ближайшие, скажем так, числа. Ну, что еще можно сказать? Да и все. Смотрите видосики, изучайте новый контент и вскрывайте недельные сундуки. Потому что я чувствую, что завтра воином я полутаю легендарный предмет. Но кто-то скажет то, что ты же уже пролутал все легендарные предметы. А вот надо смотреть больше YouTube-контента и развивать свои мозги в плане информации, получаемой. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше, хорошего лута с надвигающихся недельных сундуков, проков там, голды побольше. Ну, сами знаете, короче. Берегите ноги, до скорого.